Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Выглядеть стильно – главная задача женщины любого возраста. Особенно важно оставаться нежной и женственной, когда ваш возраст переходит рубеж 50 лет. Очень важно составлять целостные образы, где каждая деталь, даже самая незначительная, остается на своем месте. Гармония образа заключается в чем-то завершенном, без лишних деталей. Кажется, что женщина буквально родилась в этом образе. При этом все выглядит гармонично, словно образ не стоил никаких усилий. Стильный образ делает свою обладательницу уверенной в себе, дарит чувство комфорта. Женщина не должна сомневаться в своем совершенстве. Какие бы детали гардероба вы бы не решили включить в свой образ, не забывайте о маленьких деталях, таких как шарф, сумка, платок или шляпка. Они способны сделать ваш образ уникальным и броским. Одежду, которую вы предпочитаете, должна вас дополнять. Самое главное при выборе повседневной одежды – это чувство комфорта и собственной привлекательности. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!